Ну что, дорогие друзья, всем привет! Добро пожаловать на семейные посиделки. Новый день, новые хлопоты, новая жизнь. Смотрим на наш пруд. Рыбки у нас, карпы стали крупные, ручные, плавают, никого не боятся. Но так как будет дождь, мне кажется, поэтому они прячутся на дне. Пойдемте с вами поделаем делишки. Что вы делаете из крыжовника? Мы любим его просто так. Мы будем сажать цветы. На клумбе будем сажать? Мама, ты гиганты не сажала? Это петунья гигантелла или как там она? Тайдал. Как в магазине. Эти как колюсы, да? Угу. Раньше мы писали. Мама, это что такое за мятка перечная? Это не мятка. Вот это что посадим? Остеосперму. Девчонки, вам загадка. Смотрите, что я сорвал. Отгадайте, что это. Жду ответ в комментариях. Какая-то птичка щебечет. Мам, что за птица щебечет? Молодец. Вот она всегда, знаешь, как поет? Да, красотка. Вообще птиц много стало. Да, да. В сады прилетать, да? Ага. Ну будет. Отошла, да? Вот это, я пойду купил ее. Обстригусь и сухие. Сухие обстригаешь, да, ветки? Было ужас. Я думала, да не говори, все кирлык, ага. Идет, идет, представляешь, идет. Эдик! Эдик! Эдик пришел. Эдик, да, Муня? Эдик, Эдуард. А он вообще не боится, да? Эдик, смотри. Ну иди поцелуй Эдика, ты что ты? Иди к Эдику, сходи. Эдик. Эдик. Она, видишь, она пищит, потому что она думает, просится играть ее с ним. А он тебя не боится. Смотри, какой гордый птиц. Ну что, идем. Мне вот эти цветочки нравятся, листвой. Не знаю, как они называются. Прикольненькие, да? Вот эти. Да. Тут какие-то цыгане постирались. Футболки цветастые. Это я. Здравствуйте. Ну все, где? Вот в эти горшки, что ты хочешь? Угу. Мама, вот это вот в этом году вообще и не было этого ароматного дерева. Ну я его, знаешь, что не спиливаю. По нему, видишь, молодые побеги плетутся. Где-где? А если мы они хоть плетутся по ней? Угу. Да, каприход жалко. Такая была. Пахло. А где ты говоришь молодые побеги-то? Вон там, вот, с той стороны. А, ну вот да, да, да. Это цветочки? А это вот они отцвели, угу. И он будет пышный кустик. Дать ему. Вот так. Мы его подстрижем.
этом году много роз мам померзло, да? Да, очень много. Странно прям, да? Ну, они отходят, ну, я считаю, вообще не знаю, я их стригу, покормлю, я их пойду все время, не трогала, думаю, знаешь. Ну, хороший цветок, что за цветок? Львиный зев. Только сама вырастила? Ну, у нее вся рассада сверху. Теперь вот так мы поступаем с ним. И что это? Если его в горшочек поставят, даст корни. Девочки, на Авито продам. Вот так, обстриженные. Тебе Авито, не Авито. Не, ну с продуктами, с сельскохозяйственными угодьями Авито вообще не вариант, девчонки. Там много хотят. Чтоб за даром, за бесплатно. За бесплатно. Попытка у меня была... технику я у меня старую... скупили, а говорю маме, давайте банки с огурцами продадим. Разместил с огурцами объявление. Ничего. Цену посмотрели. Там цены, трехлитровая банка, вообще 550. Мама говорит, за 300 давай. Я говорю, что за 300, давай за 550. Она говорит, нет, за 300. Ну и что за 300? Разместили за 300. Никого. И ничего. И ничего. Только одна позвонила и сказала, давайте я вам банку привезу, а вы мне отдадите консервацию. Я говорю, а она говорит, а что будет, если я вам банку привезу? Я говорю, мы вам улыбнемся. Вот. Так что, девчонки. Ну, по объявлениям, там некоторые прям чуть ли не это. Проанализировали. Девчонки, скажете, ставьте цену еще ниже. А куда ниже-то? Куда ниже-то? Гараж. Вот именно. Банка сколько стоит? Вон. И то там цены все такие. Пиончики покажу. Пиончики, пиончики. Красивые пиончики. Смотрите, какая красота. Ой, пахнет как. Шикарно. Какие пиончики. Прикольно. Никогда не надо ничего выбрасывать. Это стебли от укропа. Листочки замораживаем, отправляем в морозилку, кто сушит, кто что. А из этого, из стебельков, но только не берем очень жесткие стебли, а нежные, мягкие. Ну вот. Что надо сделать? Это что такое за гугль-мугль? Значит, рыбатип? Что здесь? Это типа намазка, правильно? Да. Куда ее мажут? На лицо? Можно с помидорами. Можно как соус к мясу, можно куда угодно. Что здесь в состав чеснок, стебли укропа, лимонный сок, перчик острый. Этот. Пропорции. Я все делаю на вкус. Все на бум. Стебли, это все просто в блендере измельчить? Да. Ну, сначала измельчал вот в таком блендере. Ну, вот. Это мы не увидим. Ну, да. Замечательно. Ну, блендером этот. Короче, девочки, вот такое. А, и растительное масло. Вот. Много? Нет, ну чтобы смог блендер справиться, размельчить. С помидорами вообще. А что значит с помидорами? Ну я беру, вот я, например, люблю кусочки помидоров, на них положить, вот, допустим, это песто. Песто, девочки, такая. Девочки, ну, в общем-то, сами видите, как это песто выглядит. Очень кто хорошо. Хочет, попробуйте. Я сейчас попробую, скажу вам. Выверьте. Возьми в холодильник. Так, сейчас я сниму пробу и скажу, стоит вам это делать или не стоит. Сейчас мы все скажем. Это в холодильнике стояло, правильно? Ну да, подостывает. Подостывает. Вода там не получается, нет? Нет. Никакая, точно? Ну, если сок немножко. Смотрим, типа на помидорчик так можно еще помазать.
Ну, с мясом можно есть, но все, мне, в принципе, понравилось. В принципе, я вам советую, рекомендую попробовать приготовить. Но единственное, мне всегда в этих рецептах, что смущает, как храниться это будет? Лучше сделать только? Нет, оно замораживается. Оно замораживается очень хорошо. В морозилочку. Угу. По контейнерочкам, в морозилочку. Потом достали, разморозили и есть. В большом количестве, в маленьком сделаешь, потом зимой укропа нет, стеблей. Это что сейчас сказать? То есть еще что там состав? Масло растительное. Этот. Немного, да, наверное? Немного, да. Ну, чтобы вот измельчить. Ага. Потом перец острый. Там ветки, соль. Ветки чего? Укропа. Ветки, укроп, соль. Да. Правильно, все, возьмем на заметку легче. Мало ли как, сейчас у нас, может быть, мы вообще будем все палки с вами грызть. И больше ничего не будем есть. Так что делаем. О, пошли. Бабушка меня возила. Куда вот тут свистала? Листочков нарвал. Смотрите, какой салат шикарный. Сорт какой. Салатный, да? Молодец какая. Клубничка вон висит у нее, ты посмотри. Моня, Че, будем сажать? Сиди. Да, ты нам тачку. Нога. О, как хорошо в эти. Ни клумбы, ни фига, да? Горшки большие. Ну, вообще, да. Да. Эти клумбы. И цветет хорошо. И поливать удобно, и ухаживать удобно, и все. Так, что у нас там еще есть? Петуня. Петуня. Одна, да? Угу. Хочешь, сбегаю еще, притащу. Такую же так? Ну, ты могу притащить. Их вот ничего себе. Из корней. Это вот эти, да, вьющиеся? Ага. Они цветут или они просто зелененькие? Они просто зеленые. Ну, прикольно, они даже не зеленые, а какие-то сиреневенькие, да? Вот две штучки. Как называется? Колизия. Тащи туда. Не дыши такой. Ой. Поливаем водой с нашатырем. Для того, чтобы муравьи убежали. Здравствуйте, дорогие друзья! Добрый вечер! Мы вас всех приглашаем на семейные посиделки. Добрый вечер, Елена Пономарева, Дмитрий Жижин. Добрый вечер! Всем добрый вечер, хорошего, доброго общения, хорошего отдыха. Отдыхаем и общаемся. Надежда Круглова, добрый вечер!